И в завершении выпуска любопытная информация из семей. В местном биоцентре вырастили гигантскую тыкву. Весит она 40 килограммов. Диаметр ее почти 170 сантиметров. Весь летний сезон за ней ухаживали юнаты. Все свои наблюдения они записывали, чтобы в будущем году повторить рекорд. При выращивании не применяли никаких химикатов. Кроме гигантской тыквы в биоцентре вырастили еще и килограммовую морковь и такой же картофель. Необычным урожаем до глубокой весны будут кормить грызунов и верблюдов.